Какой интересный вопрос. Корректоры при создании и работе на чистой коже не используются. Наши пигменты полностью сбалансированы и не требуют корректирующего пигмента. Но когда мы работаем, исправляя старый негативный татуаж, в этих случаях мы берем корректирующие пигменты в зависимости от того цвета, какой есть в негативе. Но здесь есть маленькая оговорка, когда мы работаем с очень темнокожими девочками, это 5-6 тип по Фицпатрику. В этих случаях мы используем оранжевый корректор с основным пигментом, например, горький шоколад. Для создания оттенков на губах мы можем также использовать корректоры, в том числе и при работе на чистой коже. При этом получаются некоторые нюансы цветовые. К примеру, желтый корректор помогает при создании в пропорции с красным бархатом получить некий алый цвет в зажившем виде. Или, например, тот же желтый корректор при смешении с розовой карамелью мы получаем красивый персиковый цвет.